Маленькая Ксения, дочь Натальи Рыльской, при рождении получила родовую травму. В итоге могла питаться только через зонд. Эта процедура долгая, мучительная для ребенка и не дает возможности кормить его полноценно. Такие дети страдают недобором веса и другими сопутствующими проблемами. Куда это мы питали зонд? У нас был зонд многогастральный, я его вставляла раз в сутки. Питались мы едой, в принципе, купленной едой, то есть пюре. До года это нормально, но после года желательно уже переходить на нормальную пищу, то есть как бы пережеванную, чтобы кишечник работал. Несколько часов назад Ксения прошла операцию, которая позволит ей питаться полноценно. Ей поставили низкопрофильную гастротому, трубочку, через которую пища будет поступать в желудок. Операция длилась около 15 минут. Ее провел в больнице Середавина московский детский хирург Илья Захаров. Его пригласили благотворительный фонд «Евита» и областной Минздрав. Помимо Ксюши, он прооперировал еще 5 паллиативных детей, в том числе и тех, кто остался без родителей, и поделился опытом с самарскими хирургами. А детей навестили глава регионального Минздрава Михаил Ратманов и вице-губернатор Александр Фетисов. Очень большое дело сделано, и оно пойдет на пользу и деткам, с которыми прошла операция. И самое главное, еще раз я хочу сказать, что и самарские врачи получили дополнительные компетенции. Такие операции нуждающимся детям, значит, будут происходить на систематически и на очень высоком уровне. Операция уникальная, раньше в Самаре не проводилась. Одно из преимуществ – трубочку родители смогут менять самостоятельно. Также Илья Захаров рассказал, как ухаживать за детьми, которым сделали такие операции. Он высоко оценил опыт своих самарских коллег. Очень молодцы, очень профессиональные, все профессионалы. Действительно, очень приятно было работать, познакомиться. И я считаю, что уровень очень высокий, и никаких проблем не должно быть. Родителям благотворительный фонд «Евита» передал все необходимое для послеоперационного ухода. А самарские врачи говорят, эти операции не последние. Семен Безгинов, Григорий Плешаков, «События».